И теперь неясно точно, было это или нет. Царская жизнь, только и делай, что ничего не делай. Тогда тебе просто необходимо попасть в 39-е царство. Да разве туда попадешь? А почему бы нет? Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь встань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Вот это да. Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики, но ведь и вы с ним одно и то же, не правда ли? Факт! А вы волшебница! Ну что ты? Тут никакого волшебства нет. Просто я регулярно читаю эту книгу. Ну, ступай, дружок. Да это я попал! Алло! Да где же тут кто? Ох, как я испугался! Я уж думал, наши сказки кто-то почитать взял, а я в таком виде. Нет, я. А вы зачем забор красите? Вы же царь, вам полагается ничего не делать? Знаю, знаю. Должность у меня такая. Только и делаешь, что ничего не делаешь. Так ведь и со скуки помрешь. Нет, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь. Хочешь пирожное, хочешь мороженое, уроки не учить, в школу не ходить. Так-так, понятно. Уступил по месту старшему-то, а ли в школе не обучен? Пожалуйста. Подай-ка сюда корону, великовата она тебе. Пожалуйста. Значит, пирожное? Ага. В школу не ходить, уроки не учить. Ага. Ну-ну, поглядим сейчас. Царь любил образование, и чтоб в раз упрочить знания, укрепить авторитет, он созвал большой совет. Кабы я была царица, говорит одна девица, танцевать пошла б учиться, сей талант всегда сгодится. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, не ходила б я учиться, а на широту полей пела бы, как соловей. Как гармошка запоет, балалайка слез льет, веселит весь народ от души. Как гармошка запоет.
бы я была царица, сына подала учиться я талантливым учителям, барыням, али князьям, чтоб науки постигал и ума в себя вбирал. Все не то, ей-богу, вздор. Я подслушал разговор и решил, что ты поедешь с этим парнем за бугор. Там есть город Оренбург, говорил один мне друг. Там учиться просто рай, бери Вовку и езжай. Это что, опять учиться, что ли? Ну уж нет, до свидания.